أدب الإسلام عند العطاس. لا يعطي شوف أيوة. هذا عطاس. نعم Этикет, этикет мусульманина, который должен он соблюдать во время чихания. يعني إذا عطس يقول الحمد لله. Во-первых, когда чихнул, должен сказать, восхвалить Аллах, сказать, хвала Аллаху, альхамдулиллях. أنت عندما تسمع يحمد الله ماذا تقول له؟ Если ты услышал, что кто-то чихнул, восхвалил Всевышний Аллах, что ты ему скажешь? تقول له يرحمك الله. Ты ему говоришь, да помилует тебя Аллах. ثم هو يجيب يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. А он ему отвечает на это, говорит, да поведет тебя Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля и исправит твоё. Точно так же, что касается зевот. Лабуд ан якзим ядра мастата. Яни яда яда аля фи, ма яджалха хаказа бидун. Наам. Якзим о хаказа мастата. То есть человек должен максимально как-то сдерживать свою зевоту и скрывать ее, закрывать либо кулаком, либо это, настолько может. Наам. هذا أدب الإسلام. Это этикет ислама таков. نعم. فلا بد أن نعلم الناس إذا عطس إنسان مثلاً ولم يحمد الله تقول له أنت مسلم. لا بد أن تحمد الله عند العطاس. Поэтому мы должны людей этому обучать, что если ты увидишь, что какой-то мусульманин чихнул и не восхвалил Всевышнего Аллаха, скажи ему, скажи из этикета восхвалить Всевышнего Аллаха, сказать альхамдулилля. نعم. هذا عطس مثلاً. Допустим, брат чихнул. وقال الحمد لله. И сказал الحمد لله. وهذا يسمع ولم يقول له يرحمك الله. А второй услышал, ничего не сказал, не сказал ему يرحمك الله. فهذا يقول له واجب عليك عندما تسمعني أحمد الله أن تقول لي يرحمكم الله. Брат должен его поправить и сказать, если я чихнул и восхвалил Всевышнего, ты должен пожелать мне милости Аллаха, сказать يرحمك الله. حتى الأب مع الولد والولد مع الأب مع الزوجة. Даже это должно проявляться и как между отцом и сыном, сыном и отцом, и между женами и так далее. إذا ترى إنسان يتثاب هكذا تقول لا السنة تكذب نعم. Если ты увидишь, что человек зевает вот так, раскрыв рот и так далее, нет, надо сказать нет, сунна прикрыть, сунна. لابد نعلم الناس السنة. Мы должны людей обучать сунне.